сегодня научимся добавлять в свою анимацию гифки. Создадим новый проект. Импорт. У меня есть дым гиф. Я его просто нашла как картинку в Chrome. Ну, написал дым гиф. И вот получилось. И Шрек. Значит, Шрек. Теперь дым. Значит, я хочу, чтобы дым у него из ушей шел. Так, и еще один дым. Меньше немножко. Так, посмотрим, что у нас получилось. Воспроизведение. Ну вот, из ушей идет дым. Но теперь я хочу, чтобы он сначала был маленький, а потом увеличился. Как это сделать? Пусть в 15 кадре у нас дым вот такой, как нам нужен. Два раза щелкаю напротив первого дыма и второго, чтобы вот эти ключевые кадры у нас образовались. А теперь перейдем на начало и уменьшим дым. И этот уменьшим. Посмотрим, что у нас получилось. Вот, чтобы у нас анимация, да, задерживалась какое-то время, давайте добавим 40-й кадр для Шрека. Два раза щелкнула. Ну вот. Так, теперь я хочу, чтобы в начале у нас дыма не было. То есть вот этот ноль я нажимаю на левую кнопку мыши и перетаскиваю на 5-й кадр. Ну, вот так. Ну и теперь в фотошопе сделаем надпись. Я тебя съем. Фотошоп. Создадим файл новый. Пусть 600 на 400 пикселей остается. Даже можно на 200. Текст. Цвет текста будет зеленый. И напишем: я тебя съем. Стрелочка можно двигать. Дальше про текст что можно сказать. Если снова выделить, то есть предварительно на Т нажав, тут можно другой шрифт, там еще что-то выбрать. Но мы не будем, так оставим. Файл сохранить как. Значит, здесь у нас будет PNG, чтобы у нас остался прозрачный фон. И без имени. Ну, пусть имя будет текст. Текст. Так, теперь импорт. Можно вот здесь нажимать, нужно здесь. Импорт, ну, любой, у меня их два оказалось. Так, теперь перед вот эту подвинем на начало наш указатель. Текст. Так, с текстом как сделаем? Сначала пусть он будет невидимый, потом вот у нас есть 30 кадров, скажем. Видимый, невидимый и снова видимый. Как сделать, чтобы он мигал? Значит, здесь видимый, здесь
правой кнопкой щелкаем, видимость выключаем. Здесь снова видимый, здесь невидимый и здесь видимый. Так, смотрим, что у нас получилось. Ну, можно сделать так, чтобы почаще текст мигал. Ну, то есть тут добавить невидимый, видимый, невидимый, видимый. Ну и вот так пусть останется. Посмотрим, что получилось. Ну вот такая у нас получилась анимированная картинка. А теперь мы можем сделать экспорт. Экспорт. Здесь выбираем GIF. Ну тут все можно оставить. Нажать экспорт. И в этой папке забрать свою анимацию и как-то там ее использовать. На этом все. Стоп.